Спасибо еще раз за то, что вы пригласили именно в этот центр. Мы больше занимаемся экономикой, финансами, как-то меньше внимания уделяли образованию, культуре, спорту, здравоохранению. Но это не значит, что у нас нет тесных отношений в этих сферах. И отрадно, что ни одно из мероприятий крупных, будь то в России или в Беларуси, не бывает без взаимных посещений. Сегодня мы уже готовы открыть технопарк примерно по образцу Сириуса, куда собрать не просто одаренных, а вундеркиндов. Это главное, отобрать вот из лучших лучших. У вас это получилось, поэтому опыт Сириуса для нас очень важный по отбору. Ну и, естественно, по программам, по обучению, по проживанию молодых людей. И самое главное, потом использовать их в жизни. Поэтому Россия прошла очень интересный, очень важный для нас путь, которым мы воспользуемся. Мы должны взять, скопировать все, что здесь лучше.